Всем большой привет, подписчики. Случилась такая беда. Сгорела у нас чудесная синяя лампа, которой пользовались несколько лет. Перегорела лампочка у нее. Когда стал искать их в магазинах, оказалось, что нет их в продаже. И продавцы городили всякую всячину о том, что там специальная какая-то лампа, которая очень дорого стоит, из специального стекла. Начал выяснять все проблемы эти в интернете. Оказывается, что здесь применяется обычная лампа накаливания с синим цоколем, то есть синим стекло, которое получается за счет добавления солей кобальта в расплав. Почему синий цвет? Потому что это тепловая лампа, для того, чтобы она не слепила лицо при лечении каких-либо заболеваний в области лица. А так это обычная инфракрасная лампа. Стал искать какую-то замену. В магазинах есть специальные лампы инфракрасные, зеркальные, которые красные, но свою функцию в нагревании каких-либо предметов через инфракрасный, они выполняют еще лучше, чем эти самые синие. Но она стоит 100 с небольшим рублей. Главное условие, чтобы была мощность ее не более 60 ватт. Я испробовал эту лампу, то есть поменял, вкрутил ее в сам рефлектор, и отлично получилась замена. Сейчас покажу, как она работает. Вот она, лампа красная. Получается вот такой рассеянный красный свет, который мягко прогревает ту поверхность, которую вы собираетесь лечить. И вполне по цене приемлемая эта лампа. Вообще эту лампу по Википедии придумал русский врач Минин еще в начале века 20-го. И она применяется широко в физиотерапии для излечения каких-либо инфекционных заболеваний, для долечивания уже давно. А заменяется обычной лампой. Спасибо всем за внимание.